И она, что из сил, прижмется к нему, подпирая носом ключицу, внутри разольется неистовое тепло, повторяя себе: «Не вздумай в него влюбиться». Он губами касается лба, и вот уже все равно. Он не знает ее настолько, чтобы понять итог. Ему нравится то, что она легка. Он порой так тревожен и одинок, что не может найти слова. А она только видит его сразу в смех, сразу в танце, рассказы про музыку и подруг. Она рада за каждый его успех, рада так, как никто вокруг. Она точно знает, его навечно не удержать, не пришить к себе, надолго не увлечь. И она будет опять страдать, избегая нелепых фраз и случайных встреч. Но сейчас он здесь, ее руку сжимает его рука. Мир на 100 единиц красивее и добрее, и никто не знает наверняка, кто из них это горит быстрее.